Сейчас я собираюсь выкопать 3 разных сорта картофеля. И я думаю, вам будет это интересно, потому что один из сортов – это картошка, которая продается в обычном магазине, в супермаркетах, египетская. Все знают ее, желтая картошка, сладкая. И я решил, вот у нас в Восточной Сибири, да, где климат совсем не египетский, посадить ее, разрезал одну картошку на четыре части и посадил 4 лунки. Вот сейчас я ее выкопаю. Также, кроме этого, я выкопаю сорт, который я вырастил из семян. В этом году, получается, посадил суперэлиту и выкапывать буду элиту. Хотя время еще полмесяца картошки расти, еще полмесяца я подожду, и тогда буду выкапывать основной урожай. Сейчас я просто по лунке выкопаю. И третий сорт – это местный, который практически ничем не болеет. Урожайность у него средняя, хранение клубней идеальное. Он твердый даже, когда его вытаскиваешь, даже не с погреба, а из подпола. И он твердый, как будто из погреба вытащили. Причем на вкус очень хорош. Кстати, вот он, этот местный сорт. Обратите внимание, здесь картошка поражена фитофторозом. Да. Далее, последний ряд, да, это тоже другой сорт, тоже поразилась фитофторозом. Здесь вот тоже упало, да, тоже фитофтороз. Этот же сорт местный, вот он, ряд этот, полностью чистый, никакого фитофтороза нету. И вообще могу сказать, что и других заболеваний нету. Насчет жуков ничего не могу сказать, потому что у меня их вообще нету. Я уже снимал видео, можете посмотреть там, да почему. Я говорил о причине, почему у меня нету жука. Без всякой химии, ничего не использую. По отношению этой картошки, я же, да, сказал, хорошая на вкус. Урожайность у него такая, наверное, средняя или выше средней. То есть, когда хороший год, да, урожайность выше среднего, в плохой год засуха или, наоборот, слишком часто дожди, так урожайность средняя. Вот, поэтому, как бы, нормально, можно сказать, да, хорошая, нормальная. Ну что, начнем копать. Как говорят, меньше слов, да больше дела. Поэтому давайте лучше покажу. Так, первое, это местный сорт. Люди уже выращивают годами его. Я даже не знаю, какой репродукции. Возможно, даже может и сотый. Кто его знает? А, кстати, если кто-то знает, что это за сорт, напишите, пожалуйста, будет интересно. Я даже не знаю, что это за сорт. Смотрите, какой красивый. Это не белорос, сразу вам говорю. Это какой-то другой сорт. Тоже очень красивый. Да, вот такие вот красивые клубни у него образуются. Очень так красиво, да, смотрится. Вот. Сорт такой интересный. Ну, как я и сказал, урожайность средняя. Не маленькая, не сверхвысокая, а средняя. Или иногда выше средней. Вот. Клубни тоже такого среднего размера. О, кстати, интересный клубень. Смотрите. Сердечком. Да, эта картошка вас любит. К сожалению, сейчас из-за дождя все прерывает. Сейчас полил дождь, поэтому я ненадолго прерву. Прервусь, когда закончится. После этого дальше начну копать. Клубни образования средние. Здесь 10 клубней. Такого среднего размера. Это маленький, потому что еще полмесяца созревать им. Поэтому я как бы раньше выкопал. А да, где-то в среднем 10 клубней среднего размера. Иногда чуть больше среднего выходит. Мне нравится то, что на данном сорте картофеля практически никаких заболеваний нету. Хотя на других клубнях может быть изобилие парши и много других болезней. Да, здесь же нету. Что очень тоже нравится. К сожалению, не весь свет передает. К
как оригинальный глаз смотрит. Вот камера не передает вот именно оригинальный оттенок. На самом деле глазки вот такого вот светло-розового цвета, а клубни же красного цвета. Красно такого, даже вот не знаю, как сказать, оранжевый, красный, ну такой красивый цвет. Намного даже красивее, чем вот сейчас через камеру смотрится. Ну ладно, перейду к следующему. Хочу сказать, что, к сожалению, несмотря на то, что очень красиво она цвела, картошка вот этот, да, сорт, к сожалению, ни одной ягодки не было. Пустоцвет. Красивые фиолетовые цветы, но пустоцвет. Поэтому не удалось собрать ягодку для того, чтобы вывести семена. Ладно, перейдем к следующему. Это египетская. У меня 4 куста. Я уже один выкапывал рано. Раньше выкапывал. Сейчас выкопаю еще один. Так, теперь выкапываю египетскую картошку. Да, всегда интересны такие эксперименты. Климат у нас, как говорил, не египетский. Так, вот это там еще. Вот она. Желтенькая, внутри тоже желтая, ярко-желтого цвета. Кто, если помнит. Ну, картошка тоже среднего где-то размера. Был у меня куст другой, я выкапывал хоть и раньше, но там куст был более такой мощный, и картошка была побольше, чем здесь. Но можно тоже сказать, где-то среднего размера. Цветет таким красивым белыми цветочками. Росла очень хорошо. Такое чувство, как будто она всю жизнь росла в Сибири. Вот. Сейчас покажу, что вышло. Здесь, к сожалению, именно вот этот конкретно куст. Образование, как видно, небольшое, да, клубни. Всего лишь 7 штук. По сравнению, конечно, с местным сортом меньше, да, здесь. Но хочу сказать, что это такой неудачный куст. Я выкапывал неделю назад кустик, тоже египетской вот картошки, первый куст, который... Там был помощнее, клубни было 10 штук. И тоже такого среднего размера. Здесь же они, ну, да, такого вот, ну, такого вот размера, да, небольшого. Но они гладенькие, их удобно чистить. Вот такие вот, да, хорошие, гладенькие. Чистить просто идеально. Кстати, в отличие от того сорта, от местного, здесь же все-таки есть какое-то образование. Вот, видите, да? Болезнь какая-то. Поражение все-таки клубни есть небольшое. Не сильно, но есть. Да, и последнее. Это картофель, который я вырастил из семян несколько лет назад. Ну и сейчас... Получается, буду элиту выкапывать. Картофель очень хорошей урожайности, высокой урожайности, тоже не в зависимости от года. Хотя, знаете, по внешнему виду он на Пикассо похож, хотя сорт называется Краса. Клубни похожие на Королеву Анну. Такие гладенькие, очень большое количество клубней, больше 20 штук. Сколько раз выкапывал, их, можно сказать, всегда много. Такого среднего или выше среднего размера. Сейчас покажу, соберу да покажу вам. Ну и вот последний сорт Краса, элита из семян выращенная. 20, сейчас я вам скажу сколько, 20 чем-то клубней. Считать. Так, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 клубней получилось. Так что это очень хорошо. Большое образование клубней. Причем она еще растет. Потому что видите, да, тонкая еще кожура. Клубни средние или большие, бывает чуть больше среднего. Удобно чистить, удобно в руку брать. Да, по внешнему виду вообще на пикассо похоже, хотя должна быть полностью красного, вот такого вот цвета должна быть. Представьте, а получилась совсем другая. Интересно, внутри, если разрезать ее, вот, а тут плохо видно. Но она такая светлая, такая желтого, светло-желтого цвета. Что-то среднее между белым и желтым. Иногда бывает так, что внутри такой желтый цвет, а сверху белый. Вот. Это интересно. Большая крахмалистость в этом сорте. В отличие вот от этих сортов, тут средний. Вот. Если взять египетскую картошку, то она внутри желтая. Она такая более желтого цвета. Не знаю, здесь будет, передаст камера или нет. Но вроде бы передает цвет. Да? У нее ярко-желтая краса из семян, которые я вырастил. Она такого вот светло-желтого оттенка, ближе к белому. Интересно, что вот это вот местный сорт, у нее тоже такой... Не белый цвет, а такой тоже немножко желтый. А, вот, кстати, вот она. Тут хорошо видно. Сейчас возьму три. Вот, все три сорта. Египетская ярко-желтая, это такая ближе к белому цвету, да, краса. И вот этот сорт местный, смотрите, желтый и такая каемочка белая. Тоже очень необычный. Вот такой цвет и у него глазки такого розового, светло-фиолетового цвета. Кстати, росточки, когда картошку садим, они такого фиолетового цвета будут. Так что спасибо вам за внимание. Извините за то, что из-за дождя постоянно прерывалось. Просто получается, что капли капают и тем самым выключают. И у меня тут что попало творится. Ну, думаю, удалось показать, снять, да, разницу данных сортов картофеля. Так что всего хорошего, до скорой встречи. Желаю вам хорошего урожая, хорошего настроения.